Прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Херц, как говорится. В общем, не смотрите на дурачка, я немножко решил почистить память, потому что места нету на диске, и удалил нечаянно вот первую часть, первую 10-минутную часть, у меня отрезки по 10 минут, и видео начинается отсюда. Ну там не то, чтобы что-то прям серьезное, мы интересное пропустим, я путь ищу. Вот как-то, ну вот, ну испытал фиаско, дамы и господа, прошу меня простить. Бывают в жизни огорчения. Я кал, утонул, тут меч был. Ладно, пойдемте. Это супер мега убер пупер элитный дядька. Настолько ожидаемо было. Надо будет потом за кадром взять и перераспределить очки. Урона вот мало получаю, странно, почему так? Пока походу не зарядится, мало урона получаю, да? Не могу ему стамину выбить. Справься, мана. Прикольно, много механик в игре. Я бы сказал, слишком много, чтобы быть правдой. По-любому сейчас какая-нибудь возня будет. Ребятушки, по одному или по два? Лучник сбил. Вопрос, вниз или вверх? Снизу все выглядит как настоящий тупик. Настоящий мужицкий тупик. Это город. Насколько вы френдли, ребятушки? Ах ты пес. Сюда, колотушка всегда решает вопросы. Можно открыть или это короткий путь? Нет возможности. There is no way, there is no opportunity. Тут еще как-то маски можно покупать. Я, по-моему, еще у Юрия Каренхайм смотрел. Прошу прощения за придение горлом. И он как-то маски покупал, то есть этого. Маски, получается, может где-то здесь? Не уверен. Короче, как ты это делал? Маски открывал. Ладно, получается, что-то и на том спасибо. Большего нам и не надо. Как это там ништяк? Блин. Пока смотрел, что выпало, не посмотрел, что дали. Вот на нем что-то горит. Это явно что-то значит. Мне его в жизни не пробить, похоже. Я, наверное, пробегу, потому что я не понимаю, как его пока что пробивать. Мне чекпоинт очень пригодился бы. Просто непонятно, в какую сторону идти нужно было. Может, я неправильно пошел. Нужен какой-нибудь shortcut. Это выглядит как shortcut. Нужно какую-нибудь магическую пуху поставить на того парня. Я теперь, походу, понял, зачем пушки как-то подсвечены. Или это вообще новое место? Слушай, это, походу, не shortcut. Ошалеть. Где я? Что место? Или это чекпоинт? Подожди. А, сбить? Да, видите, то есть активировать и так, и так. А, ладно, был неправ, взаимодействие написано. Ну, дуралей я, что вы хотите с меня. Так, давайте, ладно, что-нибудь прокачаем. Как вот этим пользоваться, тоже не совсем понимаю. Так, это что у нас?
Боевой маг. Маг не очень, мне кажется, интересен. Вот Трикстер, это кто? Акалит? Или менталист? Это что еще раз после реслинга? Не хочу. Пока ваше оружие на 5 сил имеет власть. А, вон оно как. Это что еще раз есть? Сила играть. Вон оно что. Питанная масса. Вау, слушай, надо брать прям сразу. С элементалиста чуть качнем. Вау, еще и заряжается быстрее. Так, допустим. Теперь я беру выкладку. Беру вот этого мужчину. Теперь я иду вот сюда. Это что? И, не, не хочу. Давай вот этот путь. Он был у меня установлен, окей. Вот, гармонию всю элементально сделаю. Был играть состояние гармонии, мастер вливания. Еще можно что-то сделать одно. А, наверное, один путь можно сделать. Ага. Так, я что-то очень крутое сделал. Давай теперь, например. Ну и допустим. Вот так. Ага, я одно и то же могу в нескольких запихать. Это очень круто, буду знать. Вот, и теперь надо взять ему пуху еще. Какую-нибудь более быструю. То есть иду сюда, иду вот сюда. Это, конечно, прикольно, но мне что-нибудь более быстрое. Вот как понять? Фатуо. Это элемент... Да нет же. Не совсем понимаю. Типа этот злобный и фатуо. А этот что? Непонятно. Так, длинный меч, длинный меч. Вот либо этим пользоваться, либо дровосек. Давай пробуем дровосек, допустим. И вот этот. Что, рапира? Серьезно? Это вот рапира, по-вашему? У нас разные представления о рапирах. А, подожди, вот тут рапира была. Вот она. Когда она, охренеть, нифига не рапира. Обманули меня. Ну и, допустим, быстрый меч. Вот таким сетапом мы с вами сейчас пойдем. Попробуем навалять тому... Я уже заблудился. Тому мужику большому, сильному, мощному. Абсолютно не факт, что получится. Теперь, когда я меняю, он должен... А, нет, он должен по-другому менять. А, просто ХП профукал. Отлично, маску поменял. Гений, чё и говорить. Братан, ну давай. У него горит этот эффект. Да, горит. Ну, слушай, а что-то не намного большой урон наношу ему. Почему так? Видно, что-то неправильно сделал. Что-то не так делать, дамы и господа. Где-то не туда ступил. Ну, я его, конечно, могу попробовать одолеть. Но насколько легко это получится. Нажимал. Магия зарядится. Что еще за вилка такая странная? Вот теперь мне как-то пух горит, да? Да ничего не горит. Почему он не падает? Братишка, пора упасть. Тут у меня каждый это еще и другие души, я понял, надо менять срочно. Вообще плевать. Просто не ощущает. Не, его не убью. Даже пытаться, наверное, смысла нет.
Мне, забейте. Что-то видно, я не так понял. Либо это не тот элемент просто. Я бы просто предпочел не драться с ним, да и все. Просто рано или поздно мне в комментариях кто-то напишет. Я пойму, как с этим пользоваться. Там, кстати, новых этих еще дали же. Магии. Если я верно помню. Лифт мог бы автоматически приезжать, было бы честно. Писали, что боссы тут супер душные. Было бы интересно, дай тебе кого-нибудь. Но пока не выходит. Будет жесть, если потом боссы такие же будут, ну типа с какими-то элементами. Конечно, ты попадешь, дружище, душа. Сюда. Не кричи ты так громко. Можно паркур осуществлять. Нельзя, камера с ума сходит. Значит, не... А, тут вас таких до хрена, но это простой. Лох чилийский. И тут нормальный урон получает. Там дуралист снизу идет. По крайней мере, хочет подойти. Блин, он меня злит. Там лут, а я не могу его взять. Он... Ты иди в пень, братан. Я тут чемпион. Boss of the Doom, как говорится. Блин, красиво не могу. Кто говорит? А, вон кто. Твою мать. Так, 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 быстрее, я там дролей за нами идет. Прямо в попу дышит. Щущ, еле выжили. Так, можно апгрейдить, но толку-то. Я не знаю, что мне апгрейдить. Пучинелла is the name. World spanning is the fame. Autographs and prosecco. On you go, I am the ma. On you go, I am the master. Так, ну это выглядит как замок. Нам, наверное, туда. Но сначала было бы здорово все вокруг залутать. Прошу прощения. Блин, ну что с ним делать? Я просто полезу. Я не вижу вероятности с ним подраться. Но у меня какой-то эффект новый. Я ж могу попробовать. Братишка прям на лицо мне. О, вот это я попал. Слушай, как надо бью. Получается, эффект огня — это вот элементалист, похоже. Блин, охренеть, игра крутая. Слушайте, слушайте, народ, это 10/10. Я нажимал парирование. Игра очень нравится, очень нравится. Когда еще понимаешь, еще балдеж происходит. Слушай, прям... Прям вау. Так, еще раз, красненькая — это фиолетовенькая. Хотя, подожди. Я ведь разное пробовал. А что, просто застрейфить можно было бы? Где-то он дохрена бьет, где-то нифига не бьет. Как работает, не понимаю. Тут я не успел. Мой косяк все целый. Ой, он жив.
безумец. И награда. Надо еще верхнего, наверное, убить. Слушай, а че вот я дубинку на плюс 5 проточил, что этот меч очень много дамажит? Как-то странно, тут урон работает. Пока не понимаю, в чем суть. В чем соль. Так, у нас уже 3 уровня. Не 3 уровня, просто уровень есть. Левелапу можно сделать. Что-то мина улетела у парня. Да, тут еще наверх можно, ничего себе. Ах ты пес. Оля-ля, награда для Владоса. Сюда. Так, выбраковка. Сейчас будем новое взять, все улучшать, делать, ставить. Так, вставайте новый уровень. Не знаю, что. Давайте сюда. Это мне... Подожди, вот это мне не понравилось. Двуручный меч. Всем на пути. Прикольно, не знаю, как выглядит. Так. Вот это новое, да? Князя. Смеха. Призвать могущественный меч, мама родная. Да все это проверить. А, так это не босс, походу, слушайте. Я надеялся, будет босяо. Невозможно. Слушай, а может и босс? Ну ты что? Ведьмак начался. Ну что, чем громче шкаф, тем больше громче падает. Но цели не берется. 130 урона. Даже меньше будто бы. Очень плохая камера. Камера говна на боссе. Вообще не нравится. А что так долго стоит, лежит? Блин, сколько же в нем хп? Какой-то прикол. Я нажимал ворот. А, подожди, у него этот нарисован. У него нарисован грааль, ну типа банка, склянка. Это значит без понятия. Блин, это каждый раз так долго бежать. Вот это, конечно, неприятно. Блин, ну могли бы еще ближе сделать. Нахрена так долго заставлять людей бегать, непонятно.
Ну хоть катсцену не смотреть. И лок цели не берется почему-то. Просто наношу урон со всей силы. Ничего не вижу, чтобы вы понимали. Вообще ничего. Ну я не успел тут. Было раньше жить. Я нажимал. Пока что-то я не вижу возможности его одолеть. Явно в несколько раз сложнее меня, сильнее меня. Пока непонятно. Но он вообще непростой. Блин, думал, не надамажит, а он надамажил. Спутник. Блин, ну зачем вы делали ворот, если он не работает, ребята? Почему так дергается? Боги анимации. Он сразу бьет. Я вообще не понимаю. Я не запарировать не могу, не увернуться не могу от этой атаки. Ну, выглядит так, что я просто не понимаю, каким образом его проходить. Только и всего. Какая схема, какова технология прохода? Может, и не пройду сегодня. Вроде запарировал фрейм перфект, но... Ага, вот так вот парировать, понял. Ну это же вообще непонятно, где атака, где не атака. Мне еще подсказывают, что у меня 15 тысяч фаз будет. Ну вот это забей, но не запарировать, не встать. Ах, шалеть, выжил. Один удар выжил. Че он простой? Просто чуть-чуть не получается. Да нет, сейчас получится, я думаю, еще раз 15. В комментариях забавно написали, так непривычно после Вуконга по 15-30 раз на боссах проигрывать. А я бы сказал, что не совсем внятное управление все-таки. Ты что, давайте будем честны, управление говна. Как будто он одну анимацию начинает делать и заканчивает, начинает другую. Я ни хрена не вижу, что делать. Надо реген стамин увеличивать как-то. Ну забей, это невозможно парить. Какой ты мудила, мать моя, это просто звездец. Управление дерьма, анимации дерьма. Воксы дерьма, босс дерьма, камера дерьма, играйте, пацаны. Пока просто, ну,
Не могу к таймингам привыкнуть. Уверен, что не той пухой босса бью. Наверное, про это что-то где-то было написано, я просто не читал. Сам виноват, что и говорить. What are you doing? This is my celebration! It's my vibe! Равновесие бы его как-нибудь выбить. Не попал, понял. В мошонке самое безопасное место. Как добивание сделать? Алло? Алло? Впереди, я понял. Более душные атаки стали. Хорошее там происходит. Я ничего не вижу. Думаю, там ничего хорошего. Это просто суканство, ну просто невозможно законтрить эту атаку. Я не могу отойти, просто зажали. Да вставай, сучила. Все, это похоронное, скорее всего. То, что он не дает пожить, он урон наносит. Прыгать надо от этой атаки, слушайте. Урони его. Это просто забей, просто забей. Я нажимал. Был бы шанс уронить, но я не смог. Короче. Честен буду, несколько раз попытался. Не совсем хорошо получается. Я бы сказал, получается как говно. Или здесь типа от времени года чего-то зависит. Сейчас вот нижняя штука. Все еще не понимаю, как больше урона боссу наносить. Надо видосы пойти, что-нибудь посмотреть. Сейчас, наверное, этот трай, пойду видосы посмотрю. Хы, я гений. Сейчас так хорошо начал, и все хилки, короче, просрал на второй фазе. Почему? Ну я ж твою мать, ну просто не завис. Ну я пойду говна поем, ребята. Надеюсь, вам будет тоже приятно. Может, я сейчас то управление получу? Ничего не происходит. Короче, народ, у меня почему-то джойстик сломался, у меня вообще управление пропало. Я посмотрел на ютубе видосы, человек ему одним ударом 400 урона наносит. Я по 100, я бы уже 10 раз его отмудохал, просто я как-то не так играю. Сейчас мы проверим, получилось ли управление вернуть. Да, получилось. О,
Я, походу, какой-то баг словил. Я Alt F4 нажал на арене с боссом. Ой, как бы это не софтлок, ребята. Как бы это не софтлок. Подожди, может, я просто с другой стороны подошел? Босс у нас здесь? Нет, я... Что делать? По-любому какая-то штука должна быть, которая будет возвращать нас. Так. Давай попробуем. Будет очень жалко, если сломалась игра, потому что мне правда понравился проект. Ну, вы сами видели, он просто перестал работать на управление, отзываться и все. Я нормально все. У меня очень много большим дреном драться. Не, урон говна, просто урон говна. Наверное, на этом буду сейчас заканчивать. Пойду искать, как наносить больше урона. Что, возможно, найти, что надо было просто пуху проточить. Есть у меня предположение. Надо было просто пуху проточить. Ладно, всем добра, играйте хорошие игры. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Честно скажу, что контента там почти нет, но вдруг кто-то хочет поддержать меня, так как сейчас это лучший вариант с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Ну и также выражаю просто внеземную благодарность всем, кто уже поддерживает. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья и играйте, пожалуйста, в хорошие игры. Всем добра.